Так, всем добрый день. Сейчас вам покажу ежевику сорта Prime Arc Freedom. Гляньте, ягода какая. Она от рыб какая легкая. Вообще, конечно. Это вот кустик. Сколько лет ему, Серег? В прошлом году весной посажен. Вот, весной прошлого года. Так в том году он уже был с ягодой, да, получается? А это вот как второгодка, да? Глянь. Сладкая. Ну, вообще сладючий какой. Да. Глянь, ягод на нем. Это вот он на прошлогоднем побеге сейчас начинает, да? Ну, да, ягоду давать. И потом вот это идут молодые побеги, да? И вот на них тоже начинает. Будет он. Вон там пойдет. Вот тут он будет пойдет. Потом давать, да? Это макушки, да, просто сейчас. А ну. А, вот это, вот он, да? Молодой пошел, побег, правильно? Да, вот выше еще большой. А, вот он, видишь? А вот, смотри. А вот, глянь, да. Это вот он на побегах это этого. Прищипнул, Серег. Вот этот прищипнул? А, вот этот, да? Внизу, видишь, он прищипнул, пошли на три вида. Да, все, я вижу, вот прищипнуты. Да. А вот справа не прищипаны, смотри, как он, больше 2 метра. Ну да, он что-то какой-то прям такой толстый у него этот вообще. В общем, сорт, я его уже показывал в том году, ну, ягода, ребят, ну, это просто какие-то великаны. Сладкая вся какая. Урожайность у него, конечно, не знаю, с куста так, наверное, не посчитаешь, да, сколько килограмм можно собрать. Ну, тут он, видишь, как, вот то один куст, да, получается? Нет, это все один. Это все один куст, это просто ты эти кончики, кончики для укоренения. Да. Но они не укореняются. Но они до осени укоренятся, что ли? Не укореняются. А, нет? Они гниют. А, и что теперь делать? Как его размножать-то будем? Ну, кое-какие. Вот я где-то прикопал, я не знаю. Ну, знаешь, штук 100. Из 100, может, штук 5-6 вышло. Во, блин. Они выбрасывают как бы в цветок. На осень саженцы будут? Осенью будут, конечно. Осенью будут. Вот видишь, корнем смотри. Да, вот это от корня, это все молодые побеги, это тоже он же, да? Да. То есть их осенью можно выкопать, да. И, ну, как бы пересадить, и они пойдут, да? Нормально. Я оттуда пересадил его в теплицу куст. А, вот, я вижу, прищипнул, вот он, прищипнутый, да, он получает. Ты его прищипнул, вот. И он сразу же дает эти латералы, да, или как, на которых образуется урожай, правильно? Ну, да. А если не прищипнуть, он прет и прет, да, вдаль. В высоту, в длину. Каракабы. Да, Prime Arc Freedom.